Теперь резиновые сапоги можно будет сменить на туфли, радуется Наталья Бодрова. Дорога в школу стала чистой. Улица Артемовская к 1 сентября преобразилась стараниями активных жителей и местного общественного совета. Здесь появилась долгожданная ливневка. Подумали и о безопасности. Старые ветки загораживали дорожные знаки. Их спилили. Было бы хорошо, если бы патрульных машин проходили внутри, опять-таки, квартально, не только по улицам Гагарина, там, Революционная, Аврора, по крупным улицам, но вот по таким мелким, как наша Артемовская. Местные активисты говорят, сначала разберутся с мелкими проблемами, потом займутся более глобальными. На кону спортивное воспитание детей. Иначе и быть не может, ведь председатель общественного совета микрорайона по совместительству директор детского футбольного клуба. В ближайших планах решить вопрос со спортивной площадкой. Мы провели ревизию всех спортивных площадок в нашем микрорайоне и ужаснулись. Практически ни одной площадки, которая может соответствовать каким требованиям определенным. Общественные советы уже сейчас помогают жителям преображать район. После выборов в сентябре определится и состав райсоветов. Собственный бюджет позволит перейти от планов к реальным шагам. А жители будут определять, что важно сделать в первую очередь. Алина Чемерис, Валерия Макарова, Максим Гусев. События.